PCP-винтовку от Крал в камуфляжной расцветке калибра 4,5 мм. Интернет-магазин «Попади в десятку»! Тыльник ее приклада резиновый, мягкий и не скользящий. Ложе у винтовки пластиковое. С правой стороны корпуса мы видим предохранитель, рычаг заведения и перепускной клапан. Рукоять у винтовки эргономичная и имеет выемки под пальцы. Спусковой крючок металлический. Выполнена винтовка по схеме Bullpup, но место для подсчетчика у нее нашлось, и его можно регулировать. С левой стороны корпуса мы видим винт точной настройки мощности. Своих прицельных приспособлений у винтовки нет, но есть кронштейн для оптики. Манометр находится на конце баллона, под стволом. Здесь же гнездо для заправки. А в передней части цевья есть место для хранения магазина. На нижней его части мы видим резьбу, на которую можно установить дополнительную планку. Длина этой винтовки составляет всего 735 мм, а весит она 3,4 кг. В магазин заряжаются обычные свинцовые пули калибра 4,5 мм. Всего их сюда помещается 14 штук. В ослабленном состоянии мощность винтовки, конечно же, оставляет желать лучшего. Но после несложного усиления с помощью усиленного клапана, который уже идет с ней в комплекте, скорость полета ее пулек будет достигать 330 метров в секунду. Пневматика – охолощенное оружие. Самооборона – луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.